всегда ты даришь мне красные розы. Спасибо, Лёша! Так, подождите, как земляне встречают? Давайте услышим. Я просто хочу сказать, Оль, ты такая красивая. Всегда. Ты такая красивая. Ты только сейчас мне это решил сказать? Вот когда у меня дрожат коленки, когда я нервничаю, когда у меня уже прическа и самая лучшая свежесть. Вот прямо сейчас ты мне решил об этом сказать, да? Я тебе всегда хочу это говорить. Почему не говоришь? Ну вот, может быть, я смущался, теперь я хочу... А здесь, когда мы в Минске, да, ты не смущаешься? Нет, в Минске.